сегодня произведу замер расхода топлива на УАЗ Патриот 2019 года в режиме трасса. Первый стиль вождения у меня будет агрессивный, со скоростью от 110 до 140 км в час при резких обгонах, при резком ускорении. Патриот у меня в минимальной комплектации, без дополнительного оборудования, без лифта, со штатным размером колес. Я прекрасно понимаю, что это рамный автомобиль, что автомобиль предназначен по большей своей части для каких-то внедорожных поездок. Но тем не менее интересно, сколько же кушает эта машина на трассе при агрессивной езде, а также следующий тест сделаю при умеренной, спокойной езде. На данный момент автомобиль прошел 14700 километров. Я 2 дня назад прошел первое ТО. Собственно, автомобиль в идеальном состоянии, в исправном состоянии. И на данный момент мы сможем понять, сколько автомобиль кушает в исправном состоянии при агрессивной езде на трассе. За пробег 15 тысяч километров никаких поломок у меня не было, за исключением мелочей, которые даже сложно назвать поломкой. На 5000 у меня потек сальник хвостовика, но не считаю, что это поломка какая-то. Учитывая то, что на автомобиле я проехал 15 тысяч, из них около 5-6 тысяч по бездорожью, по горному Алтаю, по камням, по грязи, считаю, что автомобиль себя оправдывает и достаточно надежен. Следующий тест буду производить при спокойной езде в диапазоне от 80 до 110 км в час. Путем простых арифметических вычислений высчитываем средний расход топлива.